эфире служба новостей «Сарал-24» в студии Екатерина Пянова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Вас не приглашали, как журналистов выгоняют заседания думских комитетов. Стройка в разгаре, когда на улице Зорге появится новая школа. Студент года Александр Буркацкий стал призером регионального этапа Всероссийской премии. Далее расскажем обо всем подробно. Изменения в бюджет города, рассмотрение депутатских поправок в главный финансовый документ Сарова, благоустройство внутриквартальных территорий. Все эти вопросы стояли на повестке первого для седьмого созыва заседания планового бюджетного комитета, с которого выгнали нашу съемочную группу. О том, как народные избранники препятствуют работе журналистов, наш следующий репортаж. В пандемию доверие россиян к СМИ выросло. В первую волну коронавируса для запертых в четырех стенах людей телевидение, интернет и радио стали единственным окошком в мир. По указу президента, когда вся страна сидела на самоизоляции, СМИ работали. Журналисты освещали и продолжают освещать работу медиков в красных зонах ковидных госпиталей. Рассказывают о мерах, которые предпринимают чиновники, чтобы остановить распространение болезни. Власть максимально идет навстречу, допуская журналистов к работе. Но Сарова это не касается. 26 октября в городской думе прошло заседание планового бюджетного комитета. Депутаты решали вопросы бюджета и благоустройства округов. Канал 16 всегда освещал такие встречи, но в этот раз нам указали на дверь. Мы настоятельно просили людей, не причастных к работе комитетов, на комитетах не присутствовать. Это касалось и представителей средств массовой информации. Предлагается сегодня, чтобы это официально звучало, объявить заседание закрытым. В качестве аргументов ссылались на то, что другие СМИ, узнав о том, что на заседание пустили нашу съемочную группу, также захотят присутствовать. У нас сколько средств массовой информации в городе? Достаточно большое количество зарегистрировано. И мое мнение, все должны находиться в равных условиях. И если сегодня одни прислушались и не пришли, увидев, что в принципе можно и не прислушиваться к нашей просьбе, придут завтра все остальные. Будет уже не 4, а 44. Придут другие граждане и скажут, а чем мы отличаемся от СМИ, значит, мы тоже хотим послушать, и работа публичная. Антон Ульянов лукавит. Заседания комитетов, как правило, толп журналистов не собирают. По пальцам одной руки можно перечислить тех, кто комитеты не пропускает. Два, максимум три СМИ, которые работают на оперативность и зависят от видеокартинки. Все остальные традиционно довольствуются пресс-релизами. Если бы у нас зал был переполнен и представителей СМИ было бы 40 человек, тогда, может быть, это было справедливо. Их 4 человека максимум, если не меньше. Поэтому я считаю, что большой беды не будет, если мы СМИ оставим. Итог. 10 депутатов проголосовали за то, чтобы сделать заседание закрытым, то есть выгнать журналистов. 6 против. Кто за, прошу голосовать. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 за. Владимир Путин неоднократно обращал внимание, что муниципальная власть должна не засиживаться в кабинетах, а выходить к людям. Если выстраивать работу городской думы так, как это произошло 26 октября, то призыв президента останется неуслышанным. На заседаниях профильных комитетов детально рассматривают проблемы города и его жителей, озвучивая порой непопулярные решения. И есть опасения, что ковид может стать главным аргументом власти на пути к полной закрытости от горожан. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Роспотребнадзор ввел повсеместный масочный режим. Всем, кто находится на территории России, предписано носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, лифтах и на парковках. Рекомендовано запретить проведение культурно-массовых мероприятий и работу заведений общепита с 23 до 6 часов утра. Региональные власти должны будут усилить дезинфекцию в общественных местах, транспорте, магазинах и так далее. Чиновникам также нужно будет разработать и принять перечень мер по защите граждан старше 65 лет от COVID-19 и довести охват населения тестами на коронавирус до показателей в 150 исследований на 100 тысяч населения. Нагрузка на медиков выросла в разы по всей стране, и Саров не исключение. Для выяснения любых вопросов, связанных с коронавирусом, жителям рекомендуют обращаться на горячую линию 9-77-77. Если специалисты колл-центра не смогут ответить на вопрос, они возьмут координаты обратившегося и сообщат информацию позже. Также для связи можно использовать электронную почту, ее адрес вы видите на экране, или сервис «Вопрос-ответ» на официальном сайте КБ-50. В России за последние сутки выявили 16 550 новых случаев заражения. 369 из них в Нижегородской области. В Сарове коронавирус нашли еще у 70 горожан.
По официальным данным, которые приводит Лента.ру, в России из-за пандемии безработными стали более 3 миллионов человек. Еще примерно 0,4%, то есть 217 тысяч, могут стать безработными в ближайшее время. Масштабы проблемы могут быть недооценены. В официальную статистику входят только те, кто зарегистрировался на бирже труда. Делают это не все. Наиболее уязвимыми оказались сферы торговли, бытового обслуживания, административной работы, сферы услуг и транспортная отрасль. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, боятся ли они потерять работу из-за пандемии коронавируса. Вариант «нет, я незаменимый работник» выбрали 60%. «Если меня уволят, я обращусь в трудовую инспекцию», заверили 20% участников опроса. «Меня уже уволили», рассказали 8% респондентов. «Да, боюсь, у нас уже сокращают людей». Этот вариант выбрали 6%. «На себя работают 4%. Михаил Маслов возглавил школу-интернат номер 1. По специальности он учитель русского языка и литературы. До этого назначения Михаил Геннадьевич более 15 лет работал в первом интернате заместителем директора по учебной работе. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области снят противопожарный режим. Как сообщает пресс-служба губернатора, это связано с уменьшением уровня пожарной опасности в лесах и населенных пунктах. Всего в этом году в регионе произошел 41 лесной пожар. Для сравнения, в 2019-м их было 79. Корпоративная академия «Росатома» приглашает школьников в онлайн-лаборатории «Юниоры Атомскиллз». Они пройдут со 2 по 6 ноября по востребованным направлениям. Инженерный дизайн КАД, эксплуатация беспилотных авиационных систем, 3D-моделирование, мобильная робототехника. Заявку необходимо заполнить до 31 октября. Подробности на сайте Департамента образования Сарова. Ресторан «Прайм» возобновляет доставку ваших любимых блюд. Аппетитные салаты и закуски, ароматные супы, сочное мясо и нежная рыба, гарниры на любой вкус, роллы, пицца, изысканные десерты. И все это по привычным ценам. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 часов. Телефон 59911. Строительство школы на улице Зорги продолжается. После небольшого перерыва, вызванного проблемами с финансированием, часть рабочих покинула объект. Деньги перечислили, и теперь те, кто остался, занимаются укладкой стен и готовятся перейти к устройству кровли. Как идет строительство и когда в Сарове появится новая школа? Расскажем далее. В июле 2019 года подрядчик ООО ТСК активно взялся за строительство школы на улице Зорги. Уже к марту рабочие опережали сроки на 7 месяцев и исчерпали средства на 2020 год. К осени из бюджета области выделили еще 90 миллионов рублей. Деньги появились. Теперь не хватает специалистов. Въезд иногородних затрудняет пандемия. Формирование и, будем говорить, производственный коллектив, который там занимается, там монолит, там каменщики, там хотелось бы их усилить, да, но сложности в том, что вот те бригады, которые летом работали и весной, там частично отпали, там, потому что не было финансировано. Частично они остались, они продолжают работу. Несмотря на нехватку людей, на объекте кипит работа. Пока непонятно, где будут располагаться классы, спортзалы, административные и хозяйственные помещения. Строители заканчивают кладку 2-го и 3-го этажей. Мы должны возвести фронтоны, перекрытия, где-то провести бетонирование и создание армпояса, чтобы подвести к производству кровельных работ. В Нижегородской области строители столкнулись с дефицитом пиломатериалов, поэтому нет гарантии, что к концу года все здания на территории будут под кровлей. После того, как строители доделают крышу, специалисты приступят к отделочным работам. Сейчас ведется прокладка системы отопления, чтобы те корпуса, которые возведем, на которых будет кровля и будет произведено утепление, в начале января передать под отделочные работы. Постепенно будем добивать то, что не закончим по кровле до конца года. Напомним, новую школу на улице Зорги строят в рамках проекта «Нацобразование» за 540 миллионов рублей за счет областного бюджета. По словам Владимира Еменцева, сейчас подрядчик выполняет работы в срок. Сдать объект он должен в июне следующего года. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».
Недостаточно освещены дороги и тротуары, не работает светофор или нет пешеходного перехода. В рамках месячника «Засветись» сотрудники ГИБДД Сарова проводят акцию по проверке качества улично-дорожной сети. Принять в ней участие могут все горожане, заполнив форму на сайте. Подробности далее. Более сотни школьников попадают под колеса автомобилей в России каждый день. Об этом говорит статистика. Осенью и зимой эта цифра увеличивается почти вдвое. Чтобы снизить уровень детского травматизма на дорогах, сотрудники госавтоинспекции ежегодно проводят акцию по проверке качества улично-дорожной сети. Я бы попросил наших горожан помочь нам в этом очень нужном деле и еще раз пройтись по маршрутам дом, школа, дом, для того, чтобы выявить все недостатки в содержании уличной дорожной сети пешеходных переходов, особенно в ночное время, когда видимость на дороге ограничена. Сотрудники госавтоинспекции просят саровчан обратить внимание, где в городе нет пешеходных ограждений, не работает или отсутствует светофор, нет тротуаров или полуразрушены обочины. Все недостатки дорожной сети нужно указать в анкете на официальном сайте ГАИ. Я обращаюсь к родителям, к социально активным гражданам по этим маршрутам дом, школа, дом. И при выявлении каких-то недостатков, даже пусть и незначительных, составьте, пожалуйста, эти акты и направьте нам на сайт госавтоинспекции. По словам Александра Косенкова, в этом году активность горожан заметно ниже. Поэтому сотрудники госавтоинспекции призывают всех не быть равнодушными и принять участие в анкетировании. А также еще раз напомнить детям, как нужно и как нельзя вести себя на дороге. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Подведены итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года 2020». В номинации «Интеллект года» второе место занял студент САРФ ИТИ Уфи Александр Буркацкий. О том, как в этом году проходил конкурс на присуждение премии, расскажем далее. Контрольный выстрел с термометра, обработка рук в санитайзере, и через несколько мгновений мы переступаем порог студенческой лаборатории САРФ ИТИ Уфи, где нас уже ждет Александр. В окружении измерительных приборов и замысловатых конструкций он чувствует себя как рыба в воде, играючи, описывая сложнейшие эксперименты, которые проводил в компании единомышленников. Оно и неудивительно. Интерес и способности к точным дисциплинам юноша почувствовал еще в школе и, успешно сдав ЕГЭ, поступил в Саровский физико-технический институт, где с головой окунулся в науку. Александр сразу проявил себя как любознательный и трудолюбивый студент. К нам в ВУЗ пришло письмо из Министерства образования Нижегородской области, в которое нас приглашали поучаствовать в региональном отборочном этапе конкурса «Студент года 2020». Было несколько номинаций. Одна из номинаций – «Интеллект года». И, собственно, безоговорочно мы решили выдвинуть на эту номинацию нашего студента Буркацкого Александра Сергеевича. В выборе мы не ошиблись. Новость о том, что ему предстоит побороться за звание «Студент года», Александр воспринял легко и, недолго думая, начал готовить заявку. Я подумал, а почему бы и нет? На самом деле, от меня требовалось тогда только заполнить анкету, вписать туда все свои достижения. Достижений было, в принципе, достаточно, чтобы рассчитывать на призовое место. Но было очень трудно найти время, потому что в тот момент я находился на Всероссийской акустической конференции в Санкт-Петербурге. В последний момент почти все это заполнил, отправил. Александр с легкостью прошел заочный отбор. Сыграли свою роль многочисленные награды и победы во всероссийских олимпиадах. А дальше предстояло самое сложное. В живой беседе с членами жюри доказать, почему именно он достоин звания «Студент года». Но и тут Александр нашел, чем удивить экспертов. Они спрашивали, чем я занимаюсь не только в сфере науки, но еще помимо науки. А помимо науки, я вот уже последние 2 года езжу на Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов». Вот в прошлом году пригласили как победителя олимпиады «Я профессионал». Вот, а в этом году я прошел уже в общем конкурсе и получил приглашение поучаствовать в 6-й смене «Цифровая экономика». По итогам регионального этапа конкурса «Студент года 2020» Александр занял 2-е место, пополнив копилку своих достижений еще одним титулом. Отличное завершение 6 незабываемых лет, проведенные в родной «Альма-Матер». А уже в следующем году, защитив диплом магистра, он откроет в своей жизни новую главу, в которой его будут ждать совсем другие вызовы и свершения. Например, победа в конкурсе «Молодой ученый года». Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.